Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим светодиодные лампы от компании Osram для цоколя H10. Артикул данного комплекта 9645CW. Поставляется он в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию нашу. Так, здесь у нас находится две стяжки для установки, вот, ну и сами лампы. Так, небольшая инструкция имеется. Вот. Вот такие вот лампы у нас идут. Цоколь H10, напомню. Полностью металлические. Система охлаждения здесь пассивный радиатор, как мы видим. Все тепло, которое выдают светодиоды, на каждой лампе их по 2, распространяется по всей плоскости лампы, не давая лампе перегреваться. Здесь у нас также есть вот такой вот драйвер, можно так назвать, и разъем для подключения питания. Питание подключается 12 вольт, вторая лампа абсолютно идентична, все то же самое, в черном цвете, конечно, смотрится круто они. Мощность 13 Вт составляет. Вот световой поток одной лампы составляет 1660 люмен. Вот мы сейчас одну из ламп подключим на питание и посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание. Вот так вот отсвечивает данная лампа. Довольно-таки очень ярко. Световой поток чисто белый. Заявлено 6000 кельвинов. Хочу сразу сказать, что после установки данных ламп надо будет корректировать фары, дабы правильно выставить светотеневую границу. При покупке на комплект распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.